чем видеть. И Маша. Сегодня мне папа подарил самокат. О, Маша, а я тебе помогу его собрать. Привет, друзья! Ого, Маша, ну у тебя и подарочек! У тебя самокат французской фирмы Глобер, причем последняя серия Глобер Элит, где светится не только панелька, но и колеса, потому что у Маши был запрос: я хочу самокат со светящимися колесами. Ну вот папа и выбрал. Ну что, Тима, поможешь собрать Маше его? Да. Давай. Я распакую. Давай, распаковывай. Давайте рассмотрим коробочку. Значит, рассчитан этот самокат для деток от 3 лет и выдерживает максимум 50 килограмм. Дальше у него складывается вот этот руль, и ребенок может сам, в принципе, его потащить, если он устал на нем ездить, кататься, да? Ну что, открываем? Да. Открывайте. Что же у нас там? Тима, давай, пробуй достать. Пока мы видим только кучу целлофана. Давайте, помогайте мне. Так, по-моему, я достала какую-то ручку. Так, а Тима тащит сам самокат. Отлично. Давай, ложи его на стол. Будем разбираться. И вытаскивать. И вытаскивать, конечно. Помогай, Маша, Тиме вытаскивать. Так, передних два колеса мы уже видим. Но что-то они еще не светятся. Интересно, что с ними надо будет делать? А может, там батарейку надо поставить? Не знаю, сейчас будем смотреть. Так, где наша инструкция? Там по-любому должна быть инструкция. В коробке она. Давай. Да. Тимош, он легкий? Да. Легкий самокат, да? Килограмм где-то 2 сейчас видите. Нет, Тим, он всего лишь 2,2 килограмма должен быть, по идее. Что там? Ну, понятное дело, это же самокат. А ну, давай. Точно, что-то светит. А, когда на него нажимаешь, он тогда начинает светиться. Вот как. Так, все-таки в самокате есть задний тормоз. И в инструкции, в описании было написано, что здесь прорезиненная штучка есть. Да, вон она. И она не дает так быстро стереться колесику. Так, ну давай, папа, помогай нам. В принципе, там ничего сложного как бы и нету, но нужна мужская рука. Ага, надо... Что это? Закрутить колеса, да? Или что это ты делаешь? Да. Папа закручивает колеса. Теперь будем вставлять руль. За что-то ж держаться надо, Маш? Да. Давай, папа. Так, в принципе, руль вставляется просто. Взять чуть-чуть. Что, проворачивать ничего не надо? Нет. А вот эта ручечка, это чтобы складывать, вот этот, если нажимать. Так, нажимаем и сложили. И все, и потянули за собой. Ничего сложного нету. Ну что, Маш? Получается. Получается? Едет? Отличненько. А как руль там заворачивается? Ну, наверное, вот здесь прижимаешь, так. И вот так вот оно немного. А, в сторону крутится, да. В принципе, надо просто приловчиться, да? Да. Машуль, ну что, может быть, вечером выйдем на прогулку и посмотрим, как он светится в темноте? Давай! Отлично, договорились. Вот так вот светится новый самокат. Тима на велосипеде. А сейчас Тима покажет, как надо тормозить на самокате, потому что Маша еще не научилась. Давай, Тим, покажи. И второй ножкой он тормозит, и все, самокат остановился. И сам поехал. Маша, может, у тебя получится тормозить? Ну, давай. О, все, вот, правильно ты сделала. И класс, суперский самокат. Ну, самокату фору надо дать. Кто быстрее, самокат?
Ну, самокат тоже быстрый, в темноту уехали.